20 мая, 17 год, Харьков. Салтовка. Точка сборки для поездки группы на 12-й велодень Харьковский на площадь Свобода. Тоненькими ручейками стекаются люди здесь, на Салтовке, к месту сборки на ХТЗ. И потом эти тоненькие ручейки вольются на площади Свободы в огроменное озеро. Из тысяч и, вероятно, даже десятков тысяч людей. Надеюсь, не в буквальном смысле озеро это превратится, как в прошлый велодень, когда ливень накрыл велодень по щиколотке. И это у кого с ростом порядок. Так, ну погода, слава тебе, Господи. Вчера дождь, завтра дождь, сегодня ночью был дождь, но сейчас вот просто замечательно. Хотя нам, конечно, не привыкать после катаклизмов. Месяц назад, 20 апреля, был снег, выпал по те же щиколотки. И было минус 6, 20 апреля с утречка. В общем, собираемся, через 20 минут выезжаем на площадь Свободы. К месту старта колонны велодня. Может, кто себя захочет распознать, посмотреть. Здесь это еще реально сделать. В многотысячной толпе на площади Свободы шансов будет ноль. Какая красота! 20 мая, все тоже 12-й Харьковский велодень. Все те же сборы. Да, зарегистрировалось 75 человек, насколько я помню, на старт с Салтовской колонной. Терзают меня смутные сомнения, нет здесь 75 человек. Один раз. Тут 75 человек раз 5. Что стихи пошли. В любом случае, скоро должны стартануть. Да что ж ты будешь делать? Год, Харьков, Салтовская велоколонна, от каравана движется на площадь Свободы. Это не пытается их отстрелять, это у нас перманентная ремонтная работа.
сказать точнее, только часть колонны. Очевидно, что дожидаться придется долго. Хвост колонны. Мы и прервем. Памятник Бекетову поставили. И когда же это? Да, еще тут в военкомате был. Вызывали, так не было вроде. Или не обратил я внимания. Надо же. Не похоже, что он тут недавно совсем был поставлен. Видать, не обратил внимания. Кстати, о военкоматах. Это у нас не Бусоля там уже прилаживают теодолиты. Ну, в общем, 20 мая 17 год, Харьков, 12 вела день. 20 мая 17 год, Харьков, кафе Мапа. Для тех, кто не знает украинского, это Мапа, это не первое слово, которое произнес ваш малыш, не определившийся, маму назвать первым или папу, а карта по-украински. А в Харькове сегодня велодень. 12-й. Двадцатое мая, 17-й год, Харьков. И велодень в Харькове. Как нашествие. Из всех щелей, из всех переулков, закоулков выкатываются велосипедисты. Ну ладненько. Так, 20 мая, 17 год, Харьков. 12-й харьковский велодень. Вот мы и дома. 10 часов по Киеву.
Сегодня еще и День Европы. Но здесь люди, конечно, не по этому поводу, а именно по поводу. Велодня. Народ только начинает собираться, выезд, по-моему, через час, но уже видно, сколько людей. Насколько я знаю, последние годы число участников переваливает стабильно за 10 тысяч. Посмотрим, как будет сегодня. 20 мая, 17 год, Харьков, 12 велодень, 10:20 по Киеву. Сорок минут до старта колонны. Надо, наверное, пройтись, поснимать, пока не подтянулась основная масса людей и пока можно еще ходить, а не процарапываться. Сквозь ежи, противотанковые спидали. Зингер, немецкое качество, ну, красота. А тут не вполне понятно. Это последствия неудачной аварии или последствия удачной? Знаешь, какая цена там? Вот это подводить туда? Так, там у нас еще флешмоб организовывают. Организовывают в дебрях русского языка. Теряться не буду. Так, флешмоб пытается выстроить фигуру «Я люблю Харьков». Традиционно велодень посвящен не только велосипедам и велоспорту, но и маскараду. Как это, помнишь, реклама была? Поднимите, соседа рядом. Пуховый, вы есть? Я знаю, что там есть наш друг, парень в розовом костюме. Вот он должен завести. Велосипеды, конечно. Пуховый, поднимите руки. Вижу вас. Жена должна... Хотя проверю, это на букве А. Буква А есть? Учитесь, буква Я и буква В. Буква В, вам не стыдно, ну-ка. Вы есть, поднимите руку, буква В. Пусть вам будет стыдно, буква К. Я стою вот сейчас сцена, я стою вот молодцы. Буква Х, друзья. Сердечко, традиционно. Много чего курсанты, у вас вы есть? Молодцы. Буква Я, мы не отстанем от вас.
Но чего-то подняли. Она очень эгоистичная буква Я. Но тем не менее, они вместе с нами, это круто. Друзья, теперь все вместе попробуем реализовать наш девиз. Напомню о том, что мы будем считать от 10 до 0. На данном этапе мы сократим немножко ее от 3 до 1. Репетиционные будут 3 отсчета, и мы произносим в том же такте, как мы отсчитываем 3, 2, 1, произносим «Я люблю Харьков». Готовы? Транскиперисты готовы? Как-то так слабенько. Но не готовы, потому что... Давайте так, Евгений. Я вам говорю, вы готовы? Вы говорите, готовы. Чтобы люди слышали, как надо произносить. Женя, вы готовы? Да! Ребят, учитесь. Один против 5000 велосипедистов. Спасибо. А говорят, один не воин. Но мы сейчас не об этом. Внимание! Харьков, вы готовы? Итак, репетируем на 3, 2, 1. Я люблю Харьков. Приготовились. Вместе. 3, 2, 1. Давайте мы вам поможем. Давайте еще раз. Первый день проезда. Харьков! Площадь Харькова! Самая большая площадь Европы! Вы готовы? Да. Площадь тут, конечно, мама дорогая. 12 гектар практически. На одном конце площади кричат. На другой конец эхо через 2 секунды приходит. Да, и это еще у нас пока только 20 минут. За 40 минут сейчас сюда основные массы и подтянутся. Let's ride together. Это что-то новенькое. Давайте прокатимся вместе, то бишь. Ну, сегодня это всем нам предстоит. Поезд проехал.
потому что сегодня, о, какое число! Сегодня 20 мая 2017 года! И сегодня большой праздник! Сегодня Велодень! Велодень, друзья! Привет! 20 мая, 17 год, Харьков. 12-й велодень. Да, погодка нам оказала услугу, перестала дождить. И народ высыпал. Хотя Корик не выехал, но... Пиратский флаг, веселый Роджер традиционный. Thank you.
совершенно какие-то фантастические колесные конструкции. Иногда к велосипеду, имеющие отношение совершенно незначительное. Дед Мороз. Ну, учитывая, что 20 апреля месяц назад в Харькове лежал снег и было минус 6, вполне возможно, просто еще не убыл из города. Дедушка Мороз. Да, ну колеса, конечно. Там, я так понимаю, пульт управления. Транспорт для дорожных служб. Боже мой, маленькая, ну совсем уже. Даже не на раме, а на звездочке ее. Тандем тигров, да? Редкие желтые тигры на еще более редком тандеме. Красота. Джокер. Не попал. Не за что. Мемы, братья, навек. Это что-то интересное.
Ну, под таким сомбреро и жить можно, конечно. Вопрос с крышей над головой решен. Да, это хорошо. А вот и голова. Чтобы попасть в страну чудес, не обязательно бежать за белым кроликом. Можно сбегать за белой лошадью. Так, ну пора и мне на моем железном двухпедальном коне присоединиться. Мама дорогая, что же это было такое? А вот вечером он возвращаться будет по темным переулкам. Сколько людей с ума сойдут. Сойдет. Ради не случайно внутренний велосипед. Там, как обычно, под Газпромом затор. Пляски на костях мамонта. Покатушки на костях мамонта. При строительстве, при рытье котлована 6-го подъезда были найдены кости мамонта. Как это относится к велопараду, я не очень ориентируюсь. Но... Ну, пожалуй, все, пора ехать. Там было I love Харьков, здесь я звезда Харькова, да? Да, велодень большой праздник. И значимый. Особенно для автолюбителей города Харькова. 20 мая, 17 год, Харьков. У кого-то вручение диплома на велопарад. Конечно, не в честь этого, просто повезло. Да, я сама пойду.
случился. В Австралии, вот там они уже. Это ХТЗ, детка. Ай-яй-яй. Надеюсь, это был Чаплин. Да, каких только транспортных средств не увидишь сегодня. Там уж понятно, вот это спускается, а вторых машин. И здесь асфальт сняли, ну красота. Ну тут никак, да? О, какой-то тандемчик. Ага, тут мы заужаемся, да? Так, 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 так. Субтитры
необычная ситуация такая. Голова колонны уже заходит обратно на площадь Свободы, а хвост еще не выехал. Сегодня трасса 8 километров. Мая 17 год, Харьков, 12 велодень, и здесь можно хоть чуть-чуть представить масштабы происходящего. То есть колонна уже пошла туда, голова давно ушла туда, там разворачиваются. Ну это там разворачивается, а здесь еще едут. Yeah.